Любое с виду обычное здание вечером можно превратить в чудо света. А вернее, чудеса световой проекции. Black Race. Компания изобрела и вывела на рынок абсолютно новый инструмент архитектурно-художественного освещения. Он выполнен по уникальной, запатентованной технологии Slide Mapping. Разработка не имеет аналогов в мире и делает из обычного здания, наделенный смыслом, световой проект. Павел, ваша компания занимается архитектурным освещением. Мы занимаемся не простым архитектурным освещением, мы занимаемся медиа-архитектурой. Здание не просто подсвечено светом, но еще и может передавать некоторый смысл. Какие изображения можно выводить на здание? Любые изображения технически можно вывести. Они могут быть как архитектурным освещением, подсвечивая все элементы на фасаде. Они могут быть тематическими, которые передают смысл и создают некоторую атмосферу, вплоть до текстовых каких-то историй. Павел Горбенко. Эксперт в области светодизайна и медиа-архитектуры. Любовь к свету для него – это семейная традиция. В 17 лет он впервые встал за световой пульт на мероприятии, а в 27 уже был главным художником по свету в Кремле. Работал со звездами мировой величины и на мероприятиях самого высокого уровня, таких как зимние Олимпийские игры Сочи 2014. На какие здания можно выводить проекции? Идеальная поверхность для проекции – это светлая, однотонная, матовая поверхность. Мы работаем почти со всеми поверхностями, кроме стеклянных и зеркальных. Компания Black Race является автором и владельцем запатентованной технологии Slide Mapping. Благодаря нашей технологии сейчас активно стали украшаться города России разноплановой проекцией от Калининграда до Сахалина и за полярным кругом в том числе. Что это такое? Slide Mapping? Slide Mapping – это технология, позволяющая проецировать точечные изображения на любые объекты, на фасад, позиционирование изображения на фасаде. Победили силы света. Теперь давай творить чудеса. Давай. Паш, глядя на эту красоту, возникает вопрос, как ты пришел к тому, что имеешь на сегодняшний день? Однажды у друзей в гостях увидел маленькую проекцию детского ночника и улыбнулся, подумал, как мило. И думаю, как же свет может изменить мое состояние? И буквально через несколько минут, стоя на балконе, смотрел на вот панельную застройку, темные серые дворы. Мне очень хотелось, чтобы они были украшены какими-то картинами, для того, чтобы люди, возвращаясь после работы, метро, пробок, тут семью, попали в какое-то комфортное, благоустроенное такое пространство, красивое, потому что темнота не самые лучшие чувства вызывает. А не мешает ли освещение людям, которые находятся внутри здания? Нет, внутри здания не мешает, потому что мы точно определяем положение окон в проекции и блокируем свет, направленный в окна. Одним из самых наших ярких преимуществ является то, что мы стали инновационным действительно решением в рамках мировой практики по созданию таких статичных проекций. Наша технология позволила добиться равномерности и одинаковости картинки. Скажи, а в чем еще уникальность вашей компании, ваших изобретений? Технология существовала раньше? Нет, я ее придумал с самого основания. Мы получили патент на изобретение и в Германии зарегистрировали международное авторское право. Мы производим оборудование, то есть формируем луч света и отсекаем все лишнее, оставляя изображение для здания. Мы соединяем между собой сегменты. Мы можем сводить их даже в несколько слоев, накладывая друг на друга, чтобы увеличить яркость. В городских условиях нам приходится использовать опоры освещения, собственные опоры, либо крыши зданий и делать установку световую так, чтобы вписать в контекст городской среды. Мы смогли добиться бесшовности, равномерности, детализации. Немаловажный фактор детализации, поскольку сейчас нашу технологию можно внедрить в классический городской вид, создать на глухих торцах большие гигантские картины, создать временное праздничное мероприятие ко дню города. В рамках производства хотелось бы сразу отметить два основных направления, которые мы можем выделить. Это технологическое решение и интеллектуальное либо креативное решение, которое мы реализовываем.
К технологическому, естественно, относится производство оборудования, связанное с нашей технологией. Это проектора разноплановой мощности, которые производятся на контрактном производстве в Санкт-Петербурге, в городе Тольятти. Наше оборудование все полностью сертифицировано и зарегистрировано в Минпромторге как от российского производства. Мы на одном оборудовании можем менять настроение, менять тему, и я вам сейчас это покажу. Вот тебе два слайда, и тебе нужно заменить этот на этот. Смотри, что получается. Поворачивай. Посмотри. Вау! Как круто! Валер, наше все в центре Москвы на здании. Валера! А с вами мы увидимся на Первом канале. Не пропустите! Ваше все!